Шеф-повар Максим Григорьев. Компот из вишни и абрикосов на зиму. Компоты – настоящая кладовая ценных веществ для организма. Конечно, в сезон лучше использовать свежие ягоды и фрукты по максимуму. Но также хочется заготовить их на зиму. Одним из способов заготовки ягод и фруктов является приготовление компотов на зиму. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты – абрикосы свежие 150 грамм. Вишня свежая 100 грамм рам. Вода 800 миллилитров. Сахар 100 грамм рам. Шаг 1. Для работы нам понадобится сахар, вода, абрикосы и вишня. Шаг 2. 150 грамм рам абрикос вымыть. Удалить косточки, а мякоть нарезать дольками. Шаг 3. 100 грамм рам вишни промыть. Удалить косточки. Шаг 4. В стерилизованную банку выложить абрикосы, вишню. Залить кипящей водой, накрыть банку крышкой и оставить на 10 минут. Шаг 5. Слить воду, добавить к ней 100 грамм рам сахара. Довести до кипения, проварить 1 минуту и кипящим сиропом залить ягоды в банке. Сразу же закатать. Укутать банки в махровое полотенце и оставить до полного остывания. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.